продолжаем бродить по главному штабу Эрмитажа, знакомиться с работами художников. Василий Андреевич Тропинин, портрет ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лазарева. Ранее работа была в собрании князя Амбелек Лазарева. Артемий Тимович Лазарев отличился в сражении под Красным. Был награжден орденами Святой Анны III и II степени, Святого Владимира IV степени, Золотой саблей за храбрость. Погиб 4 октября 1813 года в сражении под Лейпцигом. Посмертно награжден Кульмским крестом и медалью в память войны 1812 года. Ну, вот такое описание этой картины Василия Андреевича Тропинина, портрет ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лазарева. Пока-пока, до свидания.